Ханзор? Знаю. Когда узнал? Давно. Давно? Да, но после окончания войны. Разве я так далеко, чтобы не узнать? Что сказать тебе? Его убили в январе 93-го. 4 января. Да. Возле Губисты, около автокемпинга. Они перешли в атаку. Но в феврале я начала работать с санитаркой в больнице. Знаю я об этом. На музыку. Музыку больше не преподаешь? Музыку? Да. Да, есть ученики. Тот день, 4 января, я был в родительском доме, в Мачах. Незадолго до рассвета раздался грохот градов. Спросонья не подумала, что кто-то устроил новогодний фейерверк. Фейерверк? Это снаряды разрывались на нашей стороне, на другом берегу Губисты. Спросонья так показалось. Ты очень болела, кажется. Нет. Нет, приболела только. В тот день у Губисты погиб наш соседский парень. Где? Да. У Губисты? Да, там. И что? Нашли труп? Труп? Там его похоронили. А что? После войны мы долго искали тело Анзора. И только через год его удалось найти. Я этого не знал. Не знал. А говоришь, недалеко находишься? Извини. По просьбе родителей мы похоронили его в деревне, во дворе родительского дома. Как дети? Чем занимаются? Эрик в прошлом году поступил в университет. Да? А потом захотел служить в армии, уже пограничник. Как я хотела, чтобы ты его увидел. Но он сейчас в Гали, на Ингуре. Анатолий в 8-м классе. Каком? В 8-м. Натала, мы в классе, я. Там везде берегу гарбиздро. Помнишь, когда Эрику исполнилось 5 лет, мы тебя пригласили. Анзор назначил тебя тамадой. Он очень тебя уважал. Я тоже. Он был достойным парнем. Ты же знаешь, как я его ценил. Славик, часто видишься? Нет. Тбилиси такая громадина. Людям все некогда. Недавно встретил ее, торопила в школу за внуком. И, наверное, и не знала, что она бабушка. Я ведь тоже недалеко. Знаю, он во время войны родился. Да, во время войны. На перевале заговорил. Первым его словом было «танк». Танк? Да.
и я во время войны родилась. Тогда же состарилась и умерла. Сайда, Сайда. Несколько лет назад я и представить себе не могла, что вот так с тобой встречусь. Как-то теперь я не знаю, что со мной происходит. Наверное, возраст. Ты еще молодая, и рано говорить о возрасте, Саида. Когда узнала, что Астамур должен бы с тобой встретиться, я предложила ему это место. Сейчас здесь работаю. Сегодня старый Новый год. Я должна быть дома. Но очень хотела увидеться с тобой. Хорошо, что мы встретились. Да. Время многое меняет. Да. Я читала твою книгу о том, как грузины шли через горный перевал. Как они там замерзали, гибли. Я плакала. А мне говорили, грузины убили у тебя мужа, а ты их жалеешь? Вот какие мы абхазы. Я благодарен тебе. Приехал. Подожди. Кому? Кто знает? Береженного Бог бережет. Я уже часто я говорю, да. Ну почему ты не веришь? Я тебе говорю, а ты никому не говоришь. Он не верит. Он не верит. А все так и случилось, как я базарил Зурик. А он не верит, Вася, он никому не говорит. Через 100 лет, когда мы уйдем из этого мира, если дивы нас немного опередит, то он будет встречать нас, как и сейчас, у ворот того света, будет говорить. Я же базарил, Вася. Я же базарил, что тот свет существует. А вы не кумекали, Вася, не кумекали. Эй, Нострадамус, где я с тобой? Бимбатей, были какие-то проблемы с этим? Надеюсь, ничего серьезного? Да нет, нет, пустяки. Бело покрыто, не цветным тентом, а какой-то беловатый камень, ну какой-то такой, не знаю, как сказать, а в деле упрямо твердит, что на ней, ну, цветной тент. Что? Да. Да, да, цветной, да. Конечно, цветной. Да, ну, да, спорит со мной, говорил беловатый. Цветной, Вася. Давай спорим. Опять напасть. Опять. Ты опять проиграешь. Скажи, Зура. Кто из нас прав? Кажется, несколько сезонов был цветной тент. О! Потом беловатый. Да. Это по-нашему, по-сухумски, Зура. Соломоново решение, высший пилотаж дипломатии. Да. Клево. Ничего не поделаешь. Не курите, черти дури, пейте чай, вы уху. Топливо солнечится, гавкари бубечикется.
Это тоже его, да. Кто купур чай с утра не пьет, тот удачи не найдет. Подходи и налетай, чай горячий забирай. Вместо водки пей его, будешь весел, как Махно. Как я спрашиваю, правда таким веселым человеком Махно был? Знаешь, что он отвечал? Почем я знаю? Махно для рифмы понадобился. А рост-то он был невысокого зура. Подносил так чаек с лимоном и спрашивал, чай будешь пить? С хачапури, с печеньем или с бутербродом? Один раз я его видел с Сергеем. На Михайловке кто-то пошутил, что вот там и... ОБХСС арестовал Кукурчая за хранение левого кипятка в самоваре. Будто бы его самовар двойной дноем. Когда он очень разозлился... Это Профа пошутил. Профа помнишь, Зура? Ну, спасателем на пляже работал. Ну, Профа, то что на спор 20 чашек кофе залпом выпил. Ну да, мы его потом откачивали. Почернел, как кофе, сердце остановилось. А однажды он бухой. Сам ли прямо в море бросился? Что это с мобильником Астамура, а? 3 дня ему звоню, и дома никто не отвечает. Какой акцент у Зурава, а? Ты, эту интонацию мы сегодня в городе не слышим. Это интонация не слышно, Зурик. Я сейчас уеду. Зурик! Зурик! Он скоро будет. Зурик! Кому зарасов? Ну, придет, но... Клянусь, махание, ё! Чего? А Габо, помнишь? Габо, Габо, у него еще повязка была такая на голове с номером 2. Габо. Когда его спрашивают, Габо, а кто номер 1? Он психовал. И грозился кулаком. У Габо было 5 сыновей. Однажды на Брехаловке. Профессор Аланья как-то пожаловался, что вот, мол, у меня 3 дочерей и ни одного сына. А у этого дебила 5 сыновей. А Габо оказался там же и сказал профессору, а ты допусти меня к своей жинке и посмотришь, если у тебя не появится сыночек. А Ланя взбесился, ну, убил этого ублюдка и гнался за ним до самой Диаскури, но не догнал. Смотрели люди на профессора и придурка, и весь город смеялся. А чума? Чуму, помните? Он все у почты торчал. Не чума, а свобода. А какая разница? Однажды утром подхожу к пингвину Амирана и вижу. На коленях стоит свобода и ласкает бродячую собаку. И моя умница, моя хорошая, золотая моя. Собака с умилением смотрит свободе в глаза. Стоит на задних лапах, а передние положила на руки свободу. Рядом валяются шляпа и гитара. Сядь. Я бил фотоаппарат. Свобода был из Амбы. Амба был сухогруз. Во время Второй мировой детей из Одессы везли в Сухум. Амба почти был у причала, когда его разбомбил мистер Шмидт. Вот он и затонул. Тогда в живых осталось всего несколько детей. Одним из них был свобода. Как он кричал иногда, я спасу детей всего мира, я свобода. Ты почти не изменился. Хотя раньше был шустрее. И ты все тот же. Только седина подводит.
Слава Богу! Увиделся с тобой. 13 лет ищу. Присядем, а то я целый день мотаюсь. У меня всего несколько часов. Как несколько часов? Уезжаю утром. Кто его? Кто тебя провожает? Киви и Рома. Рома нас повезет. Ранипо. Сколько лет тебя не было в Сухуми? Больше 12 лет. А мы 13 лет с тобой не виделись. Видел кого-нибудь из знакомых? Нет, только с Аликом встретились. С каким Аликом? Там мистер Алик, шарафист. Ну, то, что в прошлом году нас с Пасхой поздравил. Ну, этот Христос Акбар. Христос Акбар. Мы с ним встретились перед Рицей в кафе у Оника. Так он нас повел смотреть причал катеров. И вас? Он с утра был под кайфом. Нас тоже за гостей принял. Он и нам рассказывал, что причал только что восстановили. Даже проливной дождь. После кофе у Онника я выхожу на причал. Там вспоминается детство. Зураб. Между досками виднеется море, и в детстве мне казалось, что я иду по волнам. Помню, как трудно было там ходить. Дамочкам на высоких каблуках. Они все опасались за свои каблуки и ходили на цыпочках. Не любит море и аристократию. Поэтому принесу кофе. Готов, наверное. Ты знаешь, кто еще часто ходит на причал? Марадона. Помнишь Марадона? Марадона жив? Да, он как огурчик, но уже другой человек. Даже при галстуке иногда. Зови ты его после этого придурком. Астамур, мы будем у Саиды. В шахматы поиграем. Я докажу Гиви, что он не ботвинник. Пускай его не беспокоит иллюзия на этот счет. Зураб. Я хочу извиниться за то, что не был на похоронах твоего отца. Меня не было в городе. Я поздно узнал об этом. Понятно. Знаю, что звонил, но у меня дома отключен телефон. А мобильный? И он что-то стал барахлить. Сын здесь работает юристом. Пейдо вера, Рогура, пейдо вера. Слава Богу, и она здорова. Кто тебя встречал на границе? Рома Дагиви. И вы поехали? Рома с банками. А пропуск? Был у тебя пропуск? Киви мне дал, а что? Проверили пропуск на границе? Не помню. Кажется, нет. Друзья Роми стояли на Ингуре. Нет, не проверяли, они заранее знали о моем приезде. Наверное, ребята их предупредили. Покажи-ка пропуск. Ребята предупредили. Если меня так проверяли бы пограничники, ну, наверное, не пропустили бы вообще. Они так и должны были проверить. Почему ты договорился со мной? Твой пропуск просрочен. Ты должен был приехать в начале декабря прошлого года, а теперь уже январь. Что дальше? Что дальше? Ты нарушитель границы и незаконно находишься в Абхазии. Ведь у меня же был пропуск. Который был просрочен.
Ребята, договорились, с кем следовало? Ребята, они будут наказаны, пограничники тоже. Ну что же, я белладый, что ли? Ты нарушитель границы. Вот теперь, кажется, я правда во сне. Это ты остановишь? Вот это встреча. А ребята знают, в чем их обвиняешь? Пока нет. С них еще спросится. Я удивляюсь, как ты доверился этим гаврикам. Ты два дня как приехал, и все это время свободно гуляешь на берегу между Рицей и Дьескури. Конечно же, тебя узнали, позвонили в редакцию, правительство тоже. Для твоего обвинения достаточно и того, что ты грузин. Кроме того, ты сухинец, местный, беженец. Ну, к чему тут удивляться? Короче, тебя должны были взять вчера как нарушителя границ. На несколько дней отправили бы в тюрьму, потом в суд. Присудили бы выдворение из Абхазии и в сопровождении конвоя вывезли бы на границу. Вот и вся процедура. Да, еще, конечно, допросили бы. Дальше. Что дальше? Я вчера был на могиле отца. Что же, меня там бы и арестовали? Забирались. Но я вмешался. Сказал, что я сам буду тебя брать, хотя это не входит в мои обязанности. Ты должен меня арестовать? Не ожидал. Не ожидал, что в родном городе меня арестует друг детства. Время другое. Саида, знаете? Только мы с тобой знаем. Так пойдем. Ну, садись, садись. Чего же ждать? Поговори. А если я вздумаю бежать, ты, наверное, будешь стрелять. Ведь закон есть закон, и правда ли? От меня уже никуда не убежишь. Ты первым нарушаешь закон. Твои люди не взяли меня на кладбище. Ты должен быть примером для подчиненных. Ведь у тебя серьезная должность. Поэтому я и могу себе позволить вот так вот, распивая кофе, беседовать с тобой. Беседовать или допрашивать? Ну ладно, хватит. Как Услан? Где он? Не знаю. А помнишь, как однажды Руслан надел на голову хрустальную вазу и никак снять не смог? И мы ничем не смогли помочь. Мама отвела его к травматологу. В троллейбусе лицо Руслана сияло, как елочная игрушка. Он то и дело спрашивал: «Мама, я правда похож на короля? Я правда король?» А потом тетя Нелли долго не пускала Руслана во двор. А помнишь, как мы студентами останавливали на улице мальчишек и девчат? Угадывали их имена по выражению лиц. Ну, тебе это лучше удавалось, ты и чаще побеждал. А еще мы хотели пришить костюмы фотографии нашего детства в черной каемочке. Знак кончины детства. И не сделали этого. Сейчас жалеем. Ну а как Вано? Где он теперь? Тбилиси! Открыл С1. Наверное, абхазскую ошибку готовит. Нет, грузина абхазу. О! Спасибо, Саида. Но так допоздна тебе не следовало оставаться. Скоро ночь. Я вино принесла. Да, вино, вино, Саида. Спасибо. Хватит и кофе. Тем более, что у нас такой экзотический торт. Ты его, наверное, в честь Зураба пекла, да? Да. Поль Робби. А, поэтому он такой коричневый. Слушай, испеки хоть один разок белый торт, астамур-хварцкий, а? И чтобы он был цветом моей седины. Не сладкий получится. Почему это? Ладно.
Пойду я. Там у меня на кухне стартовал чемпионат по шахматам. Какие у тебя сигареты? Да одна гадость, только названия разные. Не то что Кент или Филипп Моррис в пластмассовой упаковке, которую мы покупали в Интуристе за 2 рубля. Лика была в том вертолете, который сбили в горах. Около 70 человек тогда погибло, в основном женщины и дети. Их перевозили из Порчал к Доуту. Лика через 3 месяца ждала первого ребенка. Когда на 2-й год, после окончания войны, я поехал в село деда на автобусе, вот издалека увидев во дворе ореховое дерево, понял, что не могу дальше ехать. Я попросил остановить автобус и вышел. В детстве лето мы проводили у дедушки, я, Бесик и Лика. И ты там бывал? Не раз. Приближаясь к деревне, мы по ореховому дереву узнавали дедушкин дом. Еще сдалека. Лику особенно нравился его вид. Слушай, Рустам. Что мне с ним делать, Азуров? Что мне делать с этим деревом? Может, срубить его? Срубить, что ли, это дерево, а? Твой зят мушни. Мушни не полетел, остался в Творчине. После гибели Лики сражался. Он убил гвардейца у себя во дворе. После боя он бросился на убитого и стал бить его ногами. Он бил ногами покойника и кричал: «Что ты здесь искал? Почему пришел с автоматом?» Бил мертвеца и кричал. Мушни? Он был художником. Хорошим художником, маринистом. Больше не рисует. Никогда не сможет рисовать. С ним кончено. Да. Война есть война. До Абхазии она была в Тбилиси. И там близкие стреляли друг друга. Я знаю братьев, которые стояли по разные стороны баррикад и стреляли. А может, ты еще скажешь, что мы близкие родственники, и эта война была чем-то вроде домашней ссоры, что мы как в детстве просто играли в войну, а? Нет, этого я не говорю. Если мы действительно родственники, то почему же голос крови не смог уберечь нас от этого несчастья? Даже братство не может остановить войну. Наоборот, война есть война. Но сегодня эти мои знакомые братья вновь сидят за одним домашним столом. Наш дом назывался Советским Союзом, но жители этого дома давно разошлись. А тот общий домашний стол распилили и сделали из него свои маленькие столики. Мы были едины только в общей коммунистической родине. Но вот скончалось это единство. Каждый в своей пристани бросил якорь. Каждый. И Абхазия стала независимой. Грузины и Абхазии построили общую пристань задолго до Советского Союза. Да, но мы не всегда были пассажирами одного корабля. И вообще, не напоминай историю. Столько там фальши и глупостей, что дурно становится. В одно время я все читал. И абхазских, и грузинских,
историков. Они первыми начинают войны, но не заканчивают их. Не только историки. Слушай, как я могу верить древним источникам, когда летописец одного царя пишет, что в какой-то войне его правитель победил другого, уничтожил при этом тысячи противников. И в то же время летописец другого царя сообщает, что победа была за ними. История всегда была политизирована, а политика – источник войны. Мы даже во вчерашних событиях не можем разобраться, не говоря о древних. Или вот еще. Оказывается, у берегов Фазиса жили негры и обитали слоны, а в Фазисе плавали акулы и крокодилы. Эти сказки, наверное, какой-то пьяный моряк рассказал, ну скажем, Страбону. Но все же мы любим место, и это вовсе не бред пьяного моряка. Я не отрицаю, что мы были вместе, но время от времени, и даже в этой бредовой истории, никогда не говорится о столь жестокой войне с абхазами. Здесь применяли все те виды вооружения, что и в Афганистане. И это породило пропасти, ненависть между нами. Пропасть появилась раньше. Там и сейчас она особенно глубока. Что можно построить на крови? Ничего. Все разрушится. Вот построили на крови детей Романовых великую империю. Рухнула. Рухнула, потому что основание было проклято. Тяжела пролитая кровь. Тяжела. И нога на ней скользит. Вот почему так невозможно стало ходить друг к другу. Ну к чему тут удивляться? Есть чему. Мы считаем возможными встречи идеологии, политику, даже криминалов. Но мешаем встрече нормальных людей. Вот это меня и удивляет. Пусть не удивляет. Именно нормальных людей опасались во все времена. Честных и совестливых. А совесть в политике плохой попутчик. Вот результат. Ты что, думаешь, что находишься в Сухуми, да? Нет. Убила война тот город. Утопила его в ненависти. Теперь это уже совсем другой город. Ему всего 12 лет от рождения, называется он по-другому. Сухум. Ты понимаешь? А вы в старый Сухуми думаете возродиться. Несуществующее невозможно вернуться. Его уже нет. Он умер раньше срока. И мне не достает его. Я хочу в тот город, который был частью моей души, но теперь я уже другой человек. Кукурчай. Кукурчай, Михаил Бхажба и многие другие унесли с собой старый город. Туда, где нет проблем ни независимости, ни территориальной целостности. Там гармония и спокойствие. Наверное. Надеюсь, хотя кто знает, не должны были начинать, не должны были. Война не может быть миллионной, лишь одна сторона. Так не бывает, чтобы на одной стороне были ангелы, а на другой черт. В одной грузинской газете я вычитал, что какой-то корреспондент берет интервью у одного генерала-грузина. И тот ему говорит... Когда он ему говорил по-грузински, приезжая в Абхазию, обращался к продавцу по-грузински, да, то тот его понимал, но отвечал по-русски. Вот это вот, по мнению уважаемого генерала, была одна из причин начала войны. Не, я и от других заслуженных людей слышал, что вы, мол, понимаете по-грузински, но не хотите разговаривать на нем. Одно дело понимать, а другое поддерживать беседу. Ну ладно. Get me your sitwas, Katulat. А ты ответишь мне на абхазском, а? А вот в этом и дело. А в твоей конституции записано, что абхазский тоже является государственным языком. Это что, ради проформы записали или чтобы меня обмануть? Разве в каждом магазине Южной Грузии будут с вами разговаривать по-грузински, а? А может и там следует начать войну, обучать грузинскому танками и градами? Танк очень неуклюжий учитель. Оружие всегда вызывает ответный огонь. Ты же видишь, каким беспомощным оказалось оружие, которое некогда пугало весь мир. Одной крохотной Чечне не может выиграть войну. Я и грузинской культуры боюсь уже.
драматурги и художники полководцами стали. Ну кому после этого доверять, ну? Скажи, пожалуйста, могло ли государство, имело ли право вести войска на свою территорию? И все это оформить на бумажке соответствующим образом. И бумажка давала право убивать, грабить, насиловать. Так ведь на территорию врага ходят. Взяли Сухум, как будто Берлин брали. Если Абхазия принадлежала Грузии, то почему же абхазы не принадлежали ей? Почему же они забыли про абхазов? Если они хотели свести счеты с кем-то, как вы говорите, с сепаратистами, то в чем же провинился народ? А вот потом извинились перед Менгрелией, а перед Абхазией нет. Это вы нас отдалили от себя, сделали независимыми. Никогда не прощу эту войну грузинам. Никогда не прощу тебе, Зураб. Однажды головы поссорились и на зло друг другу стали глотать камни. Птица погибла, поскольку у нее желудок был один. Смеешься. Однажды в пору нашего студенчества мой отец, благословляя нас, произнес тост. Ребята, желаю вам достичь такого положения в жизни, чтобы меня к вам без пропуска не пускали. И вот, из-за просроченного пропуска ты чуть было не связал меня на его могилу. Слава Богу, что отец не дожил до этой войны. Ладно, хватит. Недавно были в гостях, сидели в комнате и вдруг слышал звук летящего в нашу сторону снаряда. Был такой пронзительный писк. Ну я вскочил и накрыл своим делом детей. Оказалось, вскипел чайник со свистком. Война продолжается. И на нашей стороне было точно так же. Все подвергались бомбежке. Уверяю тебя, с полшей точностью. О, война есть война. Ну до каких пор она может продолжаться, эта хроническая болезнь? Должны же мы заговорить друг с другом. Да и раньше мы не очень понимали друг друга. Врешь. Мы были счастливы вместе. Мое прошлое для меня как промелькнувший сон, в котором на каждом счастливом воспоминании поставлена точка. Погибло все, что казалось прекрасным. Ничего не может измениться. Все кончено. Всему никогда не приходит конец. А что может произойти в будущем? Вот если бы мы с тобой были вместе, гвардия не вошла бы в Абхазию. Так ведь случилось в Аджаре. Удалось ли ее уберечь? Хотя и там был составлен какой-то документ вроде защиты железной дороги, но его разорвали в клочья. Мы вместе должны были переболеть болезнью того времени. И кому тогда верилось в независимость? Грузия оказалась автором абхазской независимости. Ладно. Ладно, допустим, вернулись беженцы, пошли в Сухум, прошли по проспекту Мира, и там, в центре города, они оказались перед кладбищем погибших на войне. Вот как они поведут себя? Ну, пройдут молча, возложат цветы, или будут незаметно плевать в сторону могил?
Как они будут отмечать день нашей независимости, 27 сентября, которое в то же время является вашей траурной датой? Народ найдет выход. Фарисейским цветам я бы предпочел плевок. Лживым словам предпочитаю голос калашников. Все понятно. Спасибо. А ты помнишь, Астамур, как мы с тобой однажды написали стихи на моем дождевике? У меня был такой белый плащ, и мы с Шариковой ручкой исписали его стихами. Несколько хоку, несколько танка. То я писал две строки, а я думал, то наоборот, и две, и одну. Помнишь? Помню. Потом этот плащ я как-то оставил у тебя, кажется. Никак не могу вспомнить, у тебя или нет. Ты не знаешь, где этот плащ? Астамур, я бапас плащ. Соре, с кем плащ, Астамур? Артистичный вы народ, грузины, а? Такой воздух, наверное, пойдет снег. За нашу встречу. Черт с ними, с политиками. Но с нами-то что произошло? Если бы 20 лет тому назад нам дали заглянуть в сегодняшний день, то, думаю, мы бы не узнали себя. Не поверили бы в то, что случилось. Однажды я в течение целого месяца изучал материалы преступления, совершенных во время войны. Я пожалел и возненавидел человека. Судить палачей по обычным человеческим законам невозможно. У них даже хромосомы по-другому устроены. Отрыв все отрекаются. Нет, абхаз не мог бы сделать это, говорят абхазы. Нет, нет, грузин не пошел бы на такое, твердит грузин. Никому не нужны убийцы. Никому. А ты помнишь, как однажды тетя Вера молилась? Моя мама? Да. Мы были где-то в 8 классе. Приходим к тебе домой и видим. В зале горят свечи. И тетя Вера молится. Ну, она часто молится. Она крестилась, Астамур. Крестилась. И ты сказал, мама, ведь ты молишься христианскому Богу. А нам говорила, что мусульманка, помню, обиделась. Не то слово. У нее молнии сверкнули в глазах. Уйди, Астамур, от меня! Уйди отсюда! Шайтан! Нет! Фашист! Нет! Хуже фашиста! Ты даже антифашист! Сурик, это к тебе тоже относится, мама! Антифашисты вы! Где вам понять, что они оба, Аллах и Отец Христа, слушают меня? Вот! Ни ты, ни я! Вместо других никого простить не сможем, Астамур. Не можем только простить за себя. Одно только знаю наверняка. Рано или поздно люди помирятся. До примирения много воды утечет. Не так много, как ты думаешь. Уже выросли наши дети. А жизнь это тот учитель, который потребует посмотреть правде в глаза. Если постоянно смотреть в зеркало заднего вида, угодишь пропасть. Другое время, Зурат. Другой город встретил тебя. Старый Сухуми погрузился в море подобно Диаскурии. Вижу! А мы уже не сможем жить без свободы. За независимость люди поплатили своими жизнями, возврата в прошлое не простят нам их души. А что делать? Все время воевать?
последнему примеру 40-летней Палестино-Израильской войны, бывшей Югославии, Карабаху, Кипру, прошли 10 лет. Ты же знаешь, Грузия не уступит своему. Не пугай! Не надо. Знаешь басню о трех слепых? Трое слепых от рождения решили узнать, каков слон. Привели слона. Один прикоснулся рукой к ноге и сказал, что слон оказывается столб. Другой коснулся хобота. Слон оказывается удав. Третий, которому достался хвост, сказал, что слон веревка. Мы не слепые. Видим и слона, и себя. Несчастье в том, что мы все боимся. Страх и недоверие страшнее войны. Потому тебя пугает твоя независимость. Абхазов лучше всех понимают грузины. Но больше всех абхазов пали именно от рук грузин. В процентном соотношении мы столько молодых ребят потеряли в этой войне, что редко в какой войне погибало столько людей. Ты прям думаешь, что войну выиграли лишь абхазы без помощи других? А мы вынуждены были позвать их на помощь. Знаешь, не могу привыкнуть к этому. А разве до войны мы не были сломаны, а? Что мешало по-человечески поговорить? Я не политик. Ну, наверное, трудно договариваться, когда одна из сторон говорит под чужую диктовку. Абхазия уже доказала, что она ничей не раб. И с ней разговаривать надо на равных. Нечего к нам относиться как к инвалиду или как к сбежавшему из тюрьмы заключенному, которого преследуют, чтобы схватить и заточить навеки. Иди ко мне, иначе уничтожу. Так невозможно жить. Вот и эти слова не любовью продиктовали. Я в своем городе, у своих друзей, если бы мной руководила ненависть, меня бы здесь не было. Грузинам на всех остальных нападать. Вот! Вот! Тебе нравится такая легенда? И хрен с тобой, пусть нравится! Ну разве жертвой такой мифологии? Не палите сердце ни в чем не памятных людей, которых уничтожали в собственных домах, особенно к концу войны. Может, и мне факты выложить? Где и когда убили тех, чье единственное преступление было то, что они абхазы. Положи руку на сердце и скажи. Как случилось, что с одной стороны погибло 10 раз больше, чем с другой. Из погибших грузин абсолютное большинство было мирное население, а на другой стороне в основном погибли воины. А ты что не бьет? Абхазы Марадаша, Карпана Марадаша, и синяли, прямохлоблеби, мегоблеби, сисхлит на тесаеви, безоблеби. И к ним ломали местом, дыхало газы, хава дагилеви. И к ним ломали мем кучачи сигарет, где боги гида. Мене кучашивай, чё хуцет то будет, зуэчки? Уйярагу махуцепс, а сэр чё дит, бичо? Уйярагу махуцепс. Саидан! Саидан, а сэ ты сидзуру или я стану? Эсэц Сталин из Дабери избрали, а? Как будто ты не знаешь, что значит месть. Знаю, знаю, и месть имеет свой предел! Не должны были начинать. Не должны были. Это еще вопрос, Миндаицко. Царапин вам, тени псоплива алабарак. Русеты с интеллигенцией, с гамой их мура, да это же ты минц. Картоны без трагедии. Кейпи да зарзей митабишь, да абхазе вилку. Вильму от вон их нашла. Доги, цро уле, мамиш, а я вам что есть. Обком зэм цвале, дроша, но чаму от вон цияле. Ари цо дит, картоны без придя на масла мукой, вода и цо дит, прекрасно знает. Эксцентим на сали, богатый. Garipseli nasıl zaptı? Kartvelet, irvelet gasolini. Saldatskoyu priçinu iskali, yastanu ne de fark? Bakın ne oldu ya? Gruzin inaçali. İkne bir prosori ya, rotkat Gruzin mi zastali inaçali? Açara. Açara. Açara da açara. Омин удар бит себе бина табидан тибадо. Если я хочу тогда бегать бина. Маграм рагатет, да абхасат пида, не мисат изо картолеби, горди да эхене бина. Бичо отвени, а и двила раз пида, не тик ацури ситупа арифа. Не исе ти картолеби свичи. Висас абхазон гвардияши унду да чацера маграм армии ес. И цирата,
Как твоя дыхать? Ладно, мать твоя! Надо полотно. Велатери. Ар матку ме вину. Ми як ставам радаровар чому су. Шенки ме овони бие. Забуд. Ми таскуй. Ми возвращайся. Я тебе этого не говорил. Мон атрабису пребацара мамс. А мы с Небатват Шенгану дали его, Адам. Смешно, что ты представитель более многочисленного народа, обвиняешь меня, представителя малочисленного. Такое сейчас время демократия. Маленькие притесняли больших. Все, выяснено и закончено. Мир сложная штука. Для мира саму. Другое мужество нужно, больше, чем две войны, а у нас уже его нет. Кто знает. Видео, мехом вици. Мехом вици. Впрочем, чем с кем насол туяс, эрдит гадай пары мемограмм. Ты что, хочешь меня из нашего прошлого, из нашего детства, из нашего города изгнать. Хила достану через несколько лет здесь. Абхазского слова не услышишь. И хочешь, чтобы я признал твою независимость. Допустим, я сделаю это. Допустим. Но я боюсь твоих внуков. Посмотри на меня. Посмотри, ты же знаешь, не я причина этой войны. Шемом хеде, бичок, шемом хеде, меге умне бьем асме. Давай будем искать виновных, а правых. Для чего я тебе нужен виновный? Мы друг другу нужны правы. Я не знаю, когда, где и кто примет решение, но ты, Костомур Хварский, для меня всегда будешь братом. Нечего ждать чуда. Все происходит постепенно. Помнишь? В одно время я хотел учиться в духовной семинарии. В Бога верил. Бога или в бывшего Бога? Бывшего? Все стало бывшим. И ты, и я. Я победитель. Может быть, несчастный, но победитель. А вы же до начала войны были побежденными. Вы тогда потерпели поражение, когда в Тбилиси уничтожали друг друга. И этим самых благожелательных абхазов заставили взяться за оружие. Но грузины друг друга не щадят. А с нами, мол, что сделают? Вы до начала абхазской войны уже ее проиграли. Запомни. Тебе я верю. Но в стране твоей нет. Да что, ну? Да
Та страна, о которой ты говоришь, моя родина. Наверное, она оказалась побежденной этой войны, но и побежденная она моя родина. Она моя родина даже тогда, когда ее политики допускают ошибки. Даже тогда, когда друга превращают во врага. И когда объявляют поиски обетов и врагов народа в собственной семье. Мужество в том и состоит, чтобы самому говорить о собственных ошибках. Сценарий этого кошмара писался в другом месте. И мы прекрасно исполнили наши роли. Как ни говори, мы связаны общей судьбой. Мы всего лишь соседи. Поражение мы потерпели не в территориальной войне, а в нравственной. Война не бывает нравственной. Наше разрушение началось с нашей души, и этому конца не видно. Пока мы сами не разберемся со своим горем, со своей бедой, пока сами не смоем себя грязь мусор, ничто не поможет. Ни абхазы, ни грузины таких слов не простят. Грузины сочтут это самобичеванием и объявят тебя предателем. Ни абхазам это не понравится. Кому нужны сегодня покаяние и сантиметры, а? Мне и тебе. Приезжай как-нибудь в Тбилиси. Что я там потерял? Меня? Да. Да, конечно, да. Да, я слушаю, да. Да, здесь. Что? Да, да. Тебя. Да. Да. Когда? В августе, когда война вот-вот началась, танки остановились у турбаз. На улице Лакова, в одном из общих домов, перепуганных соседей, успокаивала одна седая женщина. Не бойтесь, соседи, танки по улице Лакова не пойдут. Здесь одностороннее движение. Русская. А? Жива ли та женщина? Оставлю тебя ненадолго. Надо пойти. Я иду. Первый снег. С утра чувствовала. Почувствовала, что снег пойдет. Саида, кто с вами в Костомор? Не знаю. Ищут кого-то. Кого? Не знаю. Какой снегопад? Какой бы там ни был снегопад, красная не закроется. Снег тебе не помех. Снег нет. Этот день я не забуду никогда. Спасибо, Саида! Зури! Слушай. Садись. В ночь, когда убили Анзора, я была у Мамиды. 4 утра. Какой-то голос меня разбудил. Сразу почувствовала, что с Анзором беда. Потом его друзья мне рассказали, что Анзор погиб именно в это время.
войны целый год искала его могилу. В том бою всего 3 человека спаслось. И те 3 точно не могли сказать, где мог быть он похоронен. В конце концов разыскали. По каким-то признакам почти опознали, но... Сейчас я уверена, что в могиле Анзора лежит другой. Другой? Да. Я уверена. Никому не говорю. Ни родителям Анзора, ни детям, ни... Вот почему я это тебе рассказываю, не знаю. Долго искала его, долго. С кем только не говорила, с кем не встречалась. Вышла и на тех грузин, которые ищут без вести попавших. И на грузинских бойцов, но... А сейчас я уверена, что другой лежит в могиле Анзора. Да. И подозреваю, что тот другой. Грузин. Убеждена, что грузин. Может быть, это тот, чья пуля убила Анзора. А может и тот, кого убил сам Анзор. Иногда мы ложимся в могилы друг друга, тогда как в жизни друг другу места не оставляем. Вот. Вот за это и наказывает всех нас Бог. Что это? Саму скоро будет. Зура, у нас вопрос к тебе. Ты знаешь Отара из Чамбы? Высокого такого. Вот фамилию не знаю, а до войны в рибколхозе работал. Ну, блондин, грузин. А? Алико, он тоже грузин. Жил по улице 8 марта. В субтропическом работал. Вот фамилию не помню. Где они, интересно? У нас с Гиви во время войны история одна была. В общем, дело было так. Как-то мы с Ромой перепутали блиндаж, брат. Ну, сам понимаешь, война, колотун. Сифонит! Ищем нашу. Ну, прикандохали к какому-то блиндажу. А оттуда несется. Кайф, Вася. Чак, Вася. Ну, как вы слышали, залетели туда. Залетели, сидят 2 фраера. Автоматы рядом. И подкуривают. Мы их не знаем. И они нас не знают. А так, вроде бы видели где-то друг друга. Ну, сухумчане, по сухумски базаре. Мы сели. Курили, есть, мы у вас спросили. Есть и другое у вас, ответили они. И на них, и на нас. Ну, одинаковая форма. Базар одинаковый. Да. Калашников. Слушай, ружье тоже. Ну? Не догадываешься? Они были грузины. А мы думали абхазы. Вики? Да. Одного звали Отари, он был из Чамбы. А второй Алико. Виемский? Да, Виемский. Ну, короче, оказалось, в том блиндаже враги собрались. С одинаковыми рожами, с сухумским базаром, калашников. Да и форма. Полчаса говорили так, что ни у одного сомнений не появилось. Да да. Потом они догадались, кто мы, и взяли нас в плен. Оружие, конечно, отняли, но пир устроили. Да. С
Тушенкой водяры, но хаману командир, он и с пустыми руками. На другой день это далеко и отар чалично выйдет. И нас с Ромой на грузинских пленных обменяли. Но до того набухали еще. А что? И у нас был спирт. Вас обменяли? Да. Ну да. Зура, может, спаслись они в этой войне, а? Может, велись и отарь Олегова. Если тебя встретишь, передавай привет от нас. Сам он, ребята, сам путал под келем. Может, разыщешь, а? Постараюсь. А Славика помните? Славика, Славика, а там еще... Да-да. Как не помню, его убили, а что? Как убили? Я сме у небе, видите? Как убили? Он был другом моего брата. Когда война началась, он к нам примчался домой, вооруженный. Сказал, что должен свой долг выполнить, воевать, должен со своим народом. Потом снял бронежилет и моему брату отдал. Возьми этот жилет, надень, чтобы тебя не убила моя пуля. И ушел. Ушел. Как раб, магистр, это матыш. Да-да. И такая война была. Слушай, я не очень опознал. Что происходит? Ничего, что происходит? Здесь холодно. Пойдем, КПЗ поговорим. Ладно, ладно, садись, не возникай. Ну. Правда, уже поздно, правила есть правила. Шапка и Саиду. Пусть идет домой, уже поздно. А вообще-то, тетю Веру хотел повидать. До каких пор мы должны жить под вашу диктовку? Иди, садись. Если я ее не увижу, передай привет тете Вере. Скажи ему, сухумский гость был у меня. Слышишь? Да. Дома видел? Нет. Сказали, поехала в Гагрин, матери. Оказывается, 3 месяца тому назад отца похоронила. Когда приедет, расскажу о нашей встрече. Слушай. Только не показывай меня в тюрьме. Посмотрим. Скажи, она... Замуж не вышла, живет одна. Скажи, что очень... Очень хотел ее увидеть. Скажу ей даже то, чего ты не сказал, сухумский гость. Вчера меня повели на кладбище. Ухоженная была могила отца. Это ты? И мой отец на том же кладбище похоронен. Ты же знаешь, я не брошу могилу моего отца. Кому нужен человек, забивший свои могилы? Кому он нужен? Видом, человеком тогда не будет. А кто сможет быть счастливым, если рядом бесхозные могилы? Я не имею права прийти на могилу своего отца.
кто я теперь? Беженец. Насильственно перемещенный. Временно перемещенный. Как только не назвали. В Абхазии кто-то писал, они навсегда перемещенные. Все это говорят, как будто мебель идет речь. Хо-хо. Толвили, ткенфис мовалатея, ратом я его ярагида и умау. Картура бисис лачар. Ратом ара его ярагида, ар и ума, ратом гамо и кцо. Абхазептан шехпедревзел, толвилс, ну цай гуант, тирисо. Ан ну цай гуант, агрессивлиял. Хан, Ola pers tatkhobs da sashishia sakartvelos gaqidiso khan kidev arapersa tatkhobs da shetankhmebas ver meaxs. Khan da khan ashem gonia. Tanim soprio zalzel tsireya da khode. Isam shubogi. Usanunza. Шоне улида. Уц. В одной грузинской газете я прочитал объявление. Вот примерно такое. Я красивая молодая женщина, бывшая замужем. Имею квартиру, машину и так далее. Ищу мужа. Мужчину до 40 лет. Низкие, лысые, толстые и беженцы пусть не отзываются. Но это грузинская пресса. Молодец, Астамур. Как много ты читаешь. Боюсь. Новой войны боюсь. Если мы потеряем совесть, тогда все потеряем, Астамур. Вернетесь и опять упрекнете меня, что вас, мол, всего 17% один стадион. Все, хватит. Все? Все. Что-то умерло в наших отношениях. Кое-что все же продолжается. Во время войны я думал, что никогда не заговорю с тобой. Что-то нужно, Астамур. Вот другое что-то нужно делать. Чувствую. Чувствую. Но словами передать не могу. Ну как чемпионат? 2-2, мои пользы. Иногда человек вынужден сплевать добро. Скажем, спас от расстрела противника. Для своих ты предатель, спас врага, а для чужих ты все равно враг. И этому нет конца. 2 года тому назад была встреча в Питере. Тебя ждали и не приехал. Ну не знал, что ты там будешь, а то приехал. Ты чай схватывай. Не, серьезно, ну не могу привыкнуть к этим встречам. Вот, вот точка А, здесь точка Б. Это стороны конфликта. Теперь надо найти точку С, чтобы консенсус А и Б была дана именно в точке С. Согласно схеме литерарха, надо выделить стратегическое ХУ, потом эти ХУ должны быть выявлены в зоне конфликта. Нам так и надо. Смотри, как все побелело.
И как быстро. Кроме моря. Да, кроме моря. Знаешь, я под дождем здешним скучал. Я рос под этими дождями. А в других местах под дождем просто мог. Какое число сегодня? 13-е. Старый Новый год. Забыл? Давай выпьем, а? Моди я ты целебураде давлиот, магис дедац фати. Мы с тобой еще вместе, а с тому никогда не проигрывали. Сердцем я тебя понимаю, но разум пока говорит другое. А что делать? Отцы и деды посеяли ветер. Внуки должны пожинать бурю. Начинают одни, погибают другие. Наш Вавилон еще прочно стоит. Когда мы умрем, Бог спросит с нас не только за наши большие прегрешения, но даже за клочок бумаги, который мы бросили куда-нибудь. Так, короче, Зураб, ко мне ребята приходили. На границе в Ингуре была стрельба. Ранен сын Саид. Эрик? Говорят, тяжело. Одного солдата убили. Эрика сейчас перевозят на операцию в Сухом. Я Саиде еще не говорил. И что? А тебя уже ищут. В общем, до границы довезу на моей машине. Потом в грот тебя мои люди переведут. Никому другому я не доверяю. Надо спешить. Тебе опасно здесь находиться. Не поеду. Я ведь сказал, надо спешить. Какой из меня террорист? Пусть судят, так лучше. Для кого лучше? Я не хочу, чтобы ты за меня нажил себе врагов. Это мое дело, сам разберусь. Если с тобой что-то случится, я себе этого никогда не прощу. А если я тебя посажу, то, по-твоему, мне будет хорошо. Подумай, да? Подумай, еще есть время. Давай, давай, двигай. Нет! Пойдем в тюрьму, я так решил, так надо. Хочешь стать героем, да? Нет, дорогой мой, такого шанса я тебе не дам. Теперь я должен жить по твоей диктовке. Время такое. Тогда. Я ей потом скажу. Что это? Мать, оказывается, сохранила. Мой плач? Две капли. В бурном потоке. Это мой памятник. Две капли в бурном потоке. Это мой памятник. Давайте быстрее, пока дорогу не... Подожди! Подожди. Я сейчас зажгу у моря свечи. Что? Свечи? У моря? Да. Я так задумал. Разрешишь мне когда-то, но не обещал. Кому? Что обещал? Кому обещал, что обещал? Обещал, что сожжет свечи у моря. Больше ничего. Давай сюда быстрее. Возьми. Возьми. Сожжем свечи у моря. Давай. Ничего. Свечи. Сожжем. У моря. О, на где, брат? А? Свет ушел. Эй! Это происходит, ребята, а? Не присоединили ли нас к Грузии? А что, Бегатсо? А ну, признавайся, Зураб. Это и была цель твоего визита. Эй! Что это? Эй, Катя! Мирена, Зураб, я? Мамумич, Мирена, иди. По-моему, сторожевой катер. Стой, постой, сторожевой. А да, сторожевой катер. И тут у Калашева. А что это сторожевой катер? Банзер Халал. Поэтому ты вас не цай, подставай. А вы? Вы кто? И вас, Сарвана. Подойди сюда, ты что? Сарвана, не отдай. Сарвана, не отдай. Сарвана, не отдай. Сарвана, не отдай.
Вот и что. Да. Слава Богу. А что мы? А? Исхе армотера, видишь? Что? Какое дерево? Деревня. Ореховое дерево. Не руби. Сопелщи, видишь? Бабуасхе. Аглийские армотера. Зура. Так, ладно, будем, будем. Будем. Баба? Не утасим, не говорю. Не утасим, как идем. Муж вас помарает, все эти краи. Вышем ли, муж дарим, пора упим. И где у вас? Вот и смарт, все эти краи. Муж не у вас помарает. Муж подарок, скажу. Сиз бы работать, сей. Еще мне, пускай. Кукали, пасти. Муж подарок, кукали. О, муж подарок, кукачки. Еще мне, пускай. Скажи, сиди, воля, воля, воля. Сиди, кукали, пах. О, Муж-батарага! Push back the record. Push back the record.